Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю лично я и куда инвестирую, и зарабатываю я достаточно хорошо. Ваше решение зарабатывать или сидеть, завидовать, как другие зарабатывают, это, конечно, только решение ваше. Вот. А сейчас мы поговорим о киберконф, который я хочу еще докинуть сюда $100. Мне очень нравится развитие этого проекта, и я буду тут зарабатывать очень отлично, потому что проект только-только стартовал, можно сказать, всего работает только 6 дней, я захожу на самом старте, и через несколько дней я сюда планирую еще инвестировать там долларов 500, там тире 1000, подсобираю сюда денежек и думаю, нужно еще сюда докинуть, нужно зарабатывать, потому что впереди Новый год, и нужно очень хорошо зарабатывать. Вот, каждый хочет хорошо отдохнуть, там купить себе какие-то подарки и что-то еще. Поэтому я буду максимально стараться тут разгонять свой депозит, строить структуру, строить свою реферальную команду. У каждого есть соцсети, ссылочки в социальных сетях. Можете распространять свою реф-ссылочку, можете на партнерской программе очень хорошо зарабатывать, там долларов там 200-300 в сутки. Это все реально. Я в похожих проектах зарабатывал. Вот, почему именно этот проект, спросите вы, почему не какой-то другой, а почему именно этот я выбрал, и почему именно тут я хочу зарабатывать, потому что проектов сейчас масса, потому что тут администратор очень толковый, все профессионально сделано, и по моим меркам, ну, минимум 2 месяца, я думаю, тут можно играться, дальше, конечно, будет видно, дальше будем смотреть, что и как, но развитие идет пока что очень-очень хорошее, присоединяются новые лидеры, сетевики. Поэтому я думаю, что пару месяцев можно очень даже неплохо заработать. Смотрите, 4% на протяжении 10 дней я буду заходить именно вот сюда. Я зашел вот сюда. Как отработает депозит, он отработает завтра. Я буду делать реинвест. Я буду заходить еще вот сюда, вот на 4%, потому что тут поприятней. С $200 по $8 мне будет капать каждый день. Потом я еще планирую сюда докинуть $500 и 1000. Это будет 20, потом, возможно, 1000, ну, по $60 в день. За 10 дней это $600. Вот, это очень неплохо. Плюс, не забывайте то, что шикарная реферальная программа. 5%, 2, 1, 1. Пригласили вы, к примеру, товарища там, на $2000. Вот, раз вам $100, сразу раз, и капнуло. Все это платится инстантом. Давайте мы сейчас посмотрим, вот мои депозиты, так, депозиты у меня тут 4 из 5, давайте мы сейчас проверим выплату, так, сейчас мы выбираем, у нас USDT-шка, так, 3.51, давайте выведем, так, и смотрим сейчас, это выплата в кошельке уже, то есть выплаты приходят сразу моментально, тут не надо ждать там 24 часа, выплата будет обработана там, выплата будет обработана администратором там в течение 72 часов, там 3 суток, 5 суток, тут все моментально, я заказал и сразу пришла, вот это мне очень нравится, то что посмотрите, как четенько приходят выплаты, это же просто шикарно, когда ты просыпаешься, вот, заходишь в свой кошелечек и тебе смотришь, как капает денежка. При этом, если у тебя хорошая большая команда, то тут твой доход просто растет такой геометрической прогрессией. Причем на протяжении 2 месяцев можно очень даже неплохо заработать. Давайте мы посмотрим за 10 дней, вот, к примеру, при инвестиции $1000, возьмем стандартную инвестицию. Я думаю, что это небольшие деньги, думаю, может найти каждый. Вот, умножим на... Насколько получается 4%, это у нас $40 выходит. $40 умножаем на 30, это $1200. И за 2 месяца это 2400. Вот, пожалуйста, к Новому году можно очень даже неплохо заработать. Можно играться со сложными процентами. К примеру, вы заработали $400 и 1400 уже с 1200, там, допустим, 200 оставили, 1200 обратно. Закинули, это будет $48 капать. Давайте посмотрим, если 48 умножить на 30, это будет $1500. Умножить на 2 месяца, это вот уже $3000 с вашей 1000. Вот что такое сложные проценты. Так, я буду, конечно же, сюда еще докидывать, разгоняться, почему нет. Я как бы сейчас не вижу каких-то там причин, каких-то
Проект отлично развивается, активно присоединяются новые лидеры, сетевики, поэтому я думаю, что эта тема будет работать еще минимум 2 месяца. Так, заходить я буду... Так, сюда, конечно, заходить высокорисковый тариф. Тут у нас профит 170 на 360 часов. Очень высокорискованно, я бы сказал. На 15 дней. Вот. Я никогда на такие большие тарифы не захожу. Вот. Я считаю, вполне оптимальный тариф у нас 40%. Выбираем нашу USDT-шку. Так, Tether TRC-20. И выбираем сюда соточку. Давайте спокойно, почему бы нет, на $100 я буду сюда заряжать. И, конечно же, как я говорил, то, что подсобираю деньжат и думаю, то, что еще. Вот так это все отправляете с Binance, если отправляете. Я пользуюсь, честно, TronLink, Payer'ом, честно, не сильно комфортно пользоваться, большие комиссии. Вот, поэтому я пользуюсь TronLink, вот такой вот кошелек, можно сказать. Это кошелек не биржевой, это удобный кошелек, в котором... минимальной комиссии деньги хранятся на вашем кошельке. То есть биржа, деньги хранятся на кошельке у владельца биржи, и там с вашими деньгами может, скажем так, ну не то что что-то произойти, вот, а с вашими деньгами, так сказать, управляют уже сами админы. Они могут вводить какие-то там правила и так далее. Я всегда пользуюсь вот такими вот независимыми кошельками, когда ключ хранится у меня. То есть на них можно хранить там хоть до $1 000 000. Ну, конечно, есть риски и в криптовалютах, но эти кошельки, я знаю, то, что никто туда средства снять не сможет или заблокировать мой счет и так далее, потому что это все на блокчейне, скажем так. MetaMask тот же, там и TronLink, и Trust Wallet для мобильных, там и другие кошельки. Так, депозит у меня успешно написан, то, что уже отработан. Давайте мы сейчас, я зайду в кабинет, все покажу. Вот, кстати, мой личный кабинет, кому непонятно, есть кнопочка «Перевести на русский», также есть и языки. Где-то этот видел. И завтра вот отрабатывает мой депозит. Вот этот вот. Я $100 сюда еще заряжаю. Почему нет? Почему бы нет? Потому что впереди Новый год. Если будет хорошее развитие, может даже и до следующего лета будем зарабатывать. Кто его знает. Проценты небольшие. Даже накопим на какой-то отдых и даже до следующего лета. Почему бы не воспользоваться? Я считаю, хороший перспективный заработок. Никогда не стоит забывать о рисках, то, что я говорю, и все то, что я говорю, это только информация и идея зарабатываю. Как делать вам, решайте только вы сами, и это только ваше личное решение. То есть риски тут также есть, и ответственность несете только вы сами. Вот, и побольше профита вам, и до новых встреч.